В последнее время у нас в Николаеве участились случаи грабежей. Слухай. Рэп! Диджей, рубай мощный биточек! Йо-йо-йо, Лекси пошел, мороженое рожок, свежий творожок. Сейчас я поверну тю залу своим рэпом в шок. Лови, молодцы, тетеньки, стишок. Итак, Никас, махай ты мне ручками, не стесняемся, давай, да подержи меня. Раз, два, три, поехали. Коли тебя побачу, проминуло, что за тело. Ты была, как на гнездах худа, и трохи кола. В тебе такие классные щеки, как два помидора. Это не пластика, не боток, это за пацандора. Очи в тебе такие классные, прям как два кристалла. Мамка тебе як не діла, просто ком упала. Ну, а ніжки в тебе четкі, як то сі морічки. Ну и пофиг, что кривенькі, их ходи, як спички. Мене зараз накриває почуттями лава. Ми як Ромео і Джульєта, як Степан і Клава. Ти уся така я винна і недоступна краля. Мене тебе зможу вивчить навіть словник даль. Що мала, як тобі цей чіткий літературний репчик? І це, по-твоєму, репчик? Тебе читаю этот рэп, чего же более? Он лучше, чем Оксимирон и по